друзья, добрый день! Мы рады приветствовать вас на совместном проекте «Белгород Медиа» и «Центра притяжения креативной молодежи «Октябрь» – Crazy Games». Мы запускаем сегодня серию невероятных, масштабных, креативных и мощных игр. Я уверена, вы не останетесь равнодушны, а особенно не останутся равнодушными сегодня присутствующие с нами команды. Давайте с ними познакомимся! Друзья, ну что, я вижу, у нас молодые, юные, креативные и уже опытные профессионалы собрались, поэтому давайте поближе познакомимся. Сегодня с нами играет команда «Белгород Медиа» и команда «Телешко». Хочется узнать о вас поподробнее, поближе для всех зрителей. Расскажите, пожалуйста, представьтесь и расскажите о своей команде. Мы команда «Белгород Медиа». Всем привет, поприветствуйте, пожалуйста, наших зрителей. Мы молодежные СМИ. Вот, ну, наша молодежь будет смотреть. Неплохо. Да, на самом деле, Белгород Медиа — это большой холдинг. У нас большая медиа-витрина города. Очень много точек соприкосновения с нашими читателями и зрителями. Телеканал, холдинг представлен в Телеграме и в остальных социальных сетях. Ну, а здесь, на диване, Анастасия, поаплодируйте, пожалуйста, ей. Светлана, Марина, Оксана и Виктор меня зовут. Прекрасно. Здрасте. Приятно познакомиться. Виктор, я так понимаю, вы капитан команды, если вы на капитанском стуле сидите, да? Это капитанский стул? Конечно, да. капитанский стул. Получается так. Ну что, дорогие друзья, Белгород Медиа выбрали своего капитана. Я уверена, он вас приведет к победе. Но у нас есть еще ребята Телешко, юные таланты. Господи, какие вы молодые, креативные, улыбчивые, активные. Ребят, представьтесь, пожалуйста, хочется вас послушать. Мы команда «Телешко Белгород». Это школа телевидения федеральная. Мы открылись совершенно недавно, но у нас уже у всех очень большие успехи. Мы снимаем телепередачи, разные программы, проводим пресс-опросы, что помогает детям развиться, развивать себя. И это очень круто на самом-то деле. А сегодня со мной в команде Даша, Соня, Родион, Артем и Юля. Юлечка, ты так активно рассказала о своей команде. Скажи, пожалуйста, есть ли у вас название? Телешко Белгород. Собственно говоря, глупый вопрос. Оригинальность наш конек. Конечно же, Телешко Белгород. Они не хотят придумывать никакие названия, потому что личный бренд. Это самое важное. Я так понимаю, у вас все так же, по той же схеме. Команда Белгород Медиа. Да. Но у нас еще девиз есть. Да. Хотите послушать? Удивите меня, удивите. Давайте. Кто мы? Белгород Медиа! Чего мы хотим? Когда мы этого хотим? Вчера! Спасибо. Дорогие друзья! Нет, но мы не отстаем от старшего поколения. Телешко Белгород! Совсем не школьники! Отлично! Сегодня у нас играют совсем не школьники, люди, которые хотят хороших новостей круглосуточно. И мне кажется, все время в году. Ну что, дорогие друзья, мы с вами приступим к первому конкурсу. Это будет такой разогрев своеобразный. Конкурс называется «Синий мяу». Сейчас у нас на экране появится заставочка. Посмотрите, какой прекрасный у нас котик-бегемот. Я вам расскажу сейчас правила. Это конкурс капитанский, поэтому мы приглашаем капитанов к нашим прекрасным красным тумбочкам. Отлично, смотрите, у вас есть сигнальная тумба. Сигнал можно проверить, давайте это и сделаем. Отлично. Прекрасно. Работает все. Друзья, вам сейчас на экране будет показано изображение. Изображение из известного кинофильма, где лица главных героев будут закрыты мордочкой котика. И вам нужно будет угадать, из какого фильма этот сюжет. Все предельно понятно, все предельно просто. Подсказывать нельзя, дорогие друзья. Капитанский конкурс. Вы молчите и наблюдайте, и болейте за своих капитанов, которые сейчас, надеюсь, приведут нас к победе. За каждый правильный ответ вам дается 1 балл. У вас 5 секунд для того, чтобы ответить правильно. Если вы отвечаете неправильно, либо не знаете ответа после нажатия кнопки, значит переходит ответ к другой команде. Договорились? Я думаю, все понятно. Мы готовы начинать, поэтому первое изображение. Давайте с вами немножечко вот так вот подвинемся, чтобы было всем видно. Первое изображение для вас на экране. Что это за фильм? «Побег из Шоушенка». Конечно же, так быстро. С места в карьер и уже 1 балл у команды «Белгород Медиа». Поехали дальше. Как так? Как вы это делаете? Я думаю, что это фильм... Какой фильм? «Отель». 5, 4, 3. «Гранд Отель Будапешт». 2, 1. Нет, это неправильный ответ. Переходит право ответа команде «Телешко». Раз. Ну, я могу только предположить, что это «Поймай меня, если сможешь» с Ди Каприо. И это верный ответ, дорогие друзья. У нас
1-1. Мы с вами двигаемся дальше. Внимание на экран. Пожалуйста. Это всем известный фильм «Зеленая миля». Отлично. Конечно же, это «Зеленая миля». 2-1. Едем дальше. Что же это? Фильм про сапоги, служебный роман. Конечно же, фильм про прекрасные, шикарные сапоги, служебный роман. 3-1. Телешко, не отстаем. Давайте, поехали дальше. Дам фору, это «Война и мир». Ну нет, но вы поддались немножечко. Телешко, у вас есть шанс, вам тут уступают этот балл. Что же это? Раз, два. А если он не ответит, я, да, должен. Четыре. Понятно. 3-2. Ответ? Мы дадим выбор старшему поколению. Хитрые ребята, новое молодое да, поколение. Спасибо. Нас учили старших уважать. Да. Кстати, в команде Телешко играет моя дочь. Спасибо, Юля. Это фильм «Титаник». Фильм «Титаник», конечно же. 4-1. Мы продвигаемся дальше. А вот здесь сложнее. Это «Друзья». «Друзья», согласна. 5-1. Друзья, я поняла стратегию команды «Белгород Медиа». Главное вовремя нажать кнопку, а там уже можно поразмышлять 5 секунд и дать правильный ответ. Да, это, кстати, моя кнопка, я принес ее из дома. Дочь твоя. Будем считать, что так. Здесь все мое. Хорошо, ну что, мы продолжаем дальше. Смотрим. Джентльмены удачи. Джентльмены удачи, конечно же. Слушайте, мне уже страшно. Милая, ты сможешь, ты справишься. Сейчас будет для тебя. Сейчас будет для тебя, да. Нет, просто такие фильмы. Я на Новый год обычно режу оливье, а не смотрю телевизор. Из-за этого я немножечко не знаю. Оливье вкусный, скажи, пожалуйста. Максимально. Максимально, отлично. Максимально вкусное оливье. Так, подожди, что есть захотелось после этого? Мы потом перекусим, надеюсь. Ну что, поехали дальше, смотрим следующий фильм. Нет! Я по глазам понял, что нет ответа, поэтому я скажу, что это «Стиляги». Это «Стиляги». Отлично. Подсчет баллов ведется. Продолжаем с вами дальше. Молодежная будет. Не переживаем. Как скоро? Вот сейчас, например. Что это? Ну, как это можно не угадать? Что это? Ну, конечно же, это всеми любимый фильм «Бриллиантовая рука». Ну, вы были близки. Но, кажется, я понимаю, в чем стратегия «Белгород Медиа». Милые. Вот посмотрите на этого очаровательного, смотрите, подсказка. Драконы, белая женщина. «Игра престолов». Конечно же, это «Игра престолов». Я ее не смотрела. Я кстати, но тоже будет, не смотрел. Я смотрел повод, «Бриллиантовую руку» в этот момент. Будет повод пересмотреть и посмотреть, я думаю, 100%. Мы с вами продвигаемся дальше, смотрим, внимание на экран. Что это? «Бриллиантовая рука». Конечно же, «Бриллиантовая рука». Самые классические, любимые фильмы, да. Просто с моей флешки показывают. Да? Это твой конкурс. Чувствую, мы скоро поменяемся. Хорошо, поехали дальше. Что у нас? А здесь посложнее. Ну-ка. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, я попробую ответить. «Добро пожаловать в Зомбиленд». Нет, это неправильный ответ, ребята. Никто не знает. Команды. Это фильм, пожалуйста, это фильм «Вечное сияние чистого разума». Балл никому не засчитывается, но мы продолжаем дальше. Поехали. Что это за фильм? 10 негритят. Нет, не 10 негритят, но почти там где-то мелькает. Ну-ка. Знакомый пиджак, но я не знаю, с какого он фильма. Хорошо, а если вот ты обратишь внимание на вот эту вот трубку... Что это может быть? Ну-ка, тебе подсказывают. Сомневаюсь, что это Сталин. Я с тобой полностью согласна. Это не он. 5, 4, 3, 2. Ну, версия ответа. Это фильм. Это фильм, молодец! Да, который называется... Засчитала бы я бал. Шерлок Холмс. Шерлок Холмс, конечно. И я слышала, что команда трепетно подсказывала тебе. Прислушивайся к ним, они все-таки стараются немножечко тебе помочь. Да, ну что, да, кстати, мы продолжаем. В фильме демонстрируется сцена курения. Не курите, пожалуйста. Курение запрещено, дорогие друзья. Лучше играйте в шахматы. Это важнее. Спасибо большое. Ну что, мы продолжаем. Смотрим на экран дальше. Что это за фильм или сериал?
Что это? Эйфория? Конечно же, это фильм сериал «Бой». Эйфория. Бал за 4. Так, подождите. Где Кин-дза-дза? Где весна на Заречной улице? Для вас уже было много. Мы уже половину сделали. Кто-то еще скажет, что мы специально делали для Белгород Медиа конкурсы. Нет, дорогие друзья, у нас все по-честному. Команды не знали задания заранее. Ну что, продолжаем дальше. Что это? Сверхъестественное. Сверхъестественное. Конечно, бал уходит команде «Телешко». И мы продвигаемся дальше. Последнее. Что это? Вот стоп! Вот здесь интересно. Стратегия-то может не сработать. Ну-ка, а не я ли первая была? Нет, все верно. Они были первые, потому что я даже не нажал. Господи, простите, пожалуйста. Я слышу звук, и мне кажется, что вы были первые. Ты знаешь. Сериал «Элита». Конечно же, это сериал «Элита», дорогие друзья. Это был последний сериал в этом конкурсе. Замечательный сериал, спасибо, в котором прекрасно сыграла Зоя Мигунова. Да, вот, наверное. Юрий Никулин и другие друзья. И Лев Лещенко. Из этой компании. Прекрасно. Спасибо вам большое. Мне кажется, это хорошее завершение. Ну что, мы готовы подвести итоги. Я думаю, что мне сейчас подскажут, какие баллы набрали наши команды. Команда «Белгород Медиа» набрала 9 баллов. Отлично, мы вас поздравляем. А команда «Телешко» набрала 5 баллов. Это тоже очень хороший результат, дорогие друзья. Мы запомнили, 9-5 пока счет у нас на нашем... В нашем виртуальном табло, да. Поэтому мы продолжаем с вами дальше и уже готовы погрузиться в новый конкурс. Дорогие друзья, ну что, мы продолжаем с вами и плавно переходим ко второму конкурсу. Второй конкурс называется «Рука-лицо». Здесь вам предстоит выбрать самых активных и креативных ребят из вашей команды, которые смогут выражать свои эмоции и показывать руками то, что будет написано на листиках, которые буду демонстрировать вам я. Будут баллы засчитываться по итогу угаданных слов на ваших листиках. Показывайте вы эти слова вашей команде. И ваша команда должна угадать, что же там скрывается. У нас с вами две тематики. И я предлагаю вам начать с команды «Телешко». Дать фору ребятам, проявить себя и показать настоящий мастер-класс. Мои дорогие, у вас будет тема очень интересная. Тема «Свадьба». То, что вам всем когда-то предстоит обязательно. Поэтому, кто из вашей команды пойдет участвовать в этом конкурсе? Даша и Соня. Прекрасно. Даша, Соня, приветствуем девчонок. Выходите к нам сюда. Мы очень рады вас видеть. Ну что, поворачивайтесь лицом к нашим телезрителям, к нашим командам. Кто из вас наиболее хорошо выражает эмоции? Я. Ты? Прекрасно. Тогда, милая моя, ты становишься чуть ближе и руки в боки. Отлично. У тебя есть уникальная возможность сейчас показывать все то, что написано руками. Конечно же. Только есть одна уникальная один момент, что вы должны смотреть на свою команду обязательно и сделать так, чтобы они угадали максимальное количество слов. Вы готовы? 3, 2, 1. Поехали. Голубь. Отлично, поехали дальше. Танцы, тамада. Тамада не подошел. Что это? Что же это? Поехали дальше. Обручальное кольцо. Платье, танец, туфли, микрофон, песня. Букет. Что это? Армянин на свадьбе. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Тамада опять. У тебя все на тамаду похоже. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы с вами еще встретимся на этом поле игрового боя. Ну что, дорогие друзья, сколько слов у нас было угадано, мы почитаем и скажем вам немного позже. А сейчас перейдем к следующей команде. Отпуск, конечно же. Тема та, которая вы об этом грезите. Но работа, продуктивные будни превыше всего.
Поэтому в отпуск мы с вами сейчас окунемся. И кто будут эти отважные смельчаки, которые сюда к нам выйдут? Ну, как говорится, что может быть лучше свадьбы, только отпуск после свадьбы. Хороший. В этом раунде наша команда представит Джессика Альба и Сальма Хайек нашей команды, Марина и Оксана. Дорогие друзья, я не знала, что такие знаменитости к нам сегодня приехали. Прошу вас. Для меня это огромная честь. Прекрасно. Милые дамы, да, я думаю, нам стоит с вами чуть-чуть отойти назад, чтобы все видели, вы готовы. Да. 3, 2, 1, погнали. Море, самолет. Самолет. Купальник. Купальник. Пиво. Дети, пищем. Деньги, наличка. Билет. Горячая кукуруза. Билет, да. Катамаран. Поезд. Поезд. Правильно. Дерево. Пляж. Груши. Фрукты. 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 Дальше. Почти что дерево, это была пальма. Чемодан. Солнце. Очки солнечные. Шлепки, сланцы, сланцы, тапки, обувь, почти. Ласты, ласты. 8, 7. Поезд, катамаран. Поезд, автобус, самолет, катамаран, паровозик, паровоз. Дальше. Все, время вышло, но мне кажется, это было прекрасно. Давайте вам поаплодируем. Друзья, команда «Белгород Медиа» очень хочет в отпуск, потому что они угадали практически все показанные слова. Мы договоримся с вами. Ну что, а мы готовы продолжать, но перед этим мы услышим баллы за предыдущий конкурс. Команда «Телешко» набрала 3 балла. Девчонки, вы молодцы. А команда «Белгород Медиа» набрала 8 баллов. Это очень хороший результат, дорогие друзья. Наше цифровое табло увеличивает свои баллы, показатели. Поэтому мы с вами, мне кажется, не будем останавливаться на этом, а только вперед. Поехали к следующему конкурсу. Следующий конкурс называется «От души пою в душе». Признайтесь честно, кто из вас любит в душе немножечко представить себя оперным певцом, а может быть, известным музыкантом? Всегда. Тогда нет. Не, конечно, Настя и Лина, естественно. Мы же только за это ее взяли на «Белгород Медиа». Слушайте, я же такая ведущая, я же могу попросить и спеть, поэтому мне кажется... Поэтому я и сказал Настя и Лина, да. Отлично. Значит, Настя, думаю, и будет представлять вашу команду в следующем конкурсе. Но у вас, дорогие ребята, вы поете в душе? Все, до единого. Вместе, в одном душе. В одном душе. Это тоже неплохо, это очень круто. Ну что, скажите, вам сейчас нужно будет выбрать самого талантливого музыкального исполнителя из вашей команды. Поэтому у вас есть на это есть несколько секунд, а пока я расскажу, что вам предстоит делать. На экране появится определенный звук. Это может быть туру-туру, туц-туц и так далее. С помощью него вам нужно будет пропевать те песни, которые я буду вам показывать. Количество баллов засчитывается по угаданным песням вашей команды. Все очень просто, все очень элегантно, и можно проверить ваши вокальные и интеллектуальные способности. Поэтому, дорогие друзья, мы готовы продолжать. Я думаю, вы тоже готовы. Они готовы. Отлично. И сейчас я жду от команды «Белгород Медиа», от первых ребят, того человека, который здесь вместе со мной будет пробивать все самые интересные песни. Прекрасно. Анастасия, мы рады вас приветствовать. Мне нужна буквально минутка, чтобы взять те самые песни. А пока вы расскажите, пожалуйста, как вы... Ой, можно я вот как так вы вот? Поете? Да, как вы поете? Вы вообще любите петь? Да. Любите, туру-туру, туру-туру. Что за песня? Это же гимн Хакасии. Конечно же! Это гимн Хакасии. Все верно, прекрасно. Ну что, мы готовы на экран обратить... внимание, парам-парам, видите у вас как получилось? Это ваш звук, с помощью которого вы будете пропевать песни вашей команде. У нас минута? Нет, у вас гораздо... У вас есть минута для того, чтобы угадать
как можно больше вокальных композиций. Я думаю, вы готовы? Мы тоже готовы? Да. Ну что, 3, 2, 1, поехали. Время пострелять. Отлично. Монако, Лиса Чеботина. Да я не знаю. А, не знаю. Парам-парам-пам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам. Columbia Pictures не представляет. Верно. Пам-парам-пам-пам-пам. Парам-пам-парам-парам-парам. Цвет настроения синий, Киркоров. Конечно же. Пам-пам-парам-парам-пам-парам-пам-пам. Пам-пам-парам-парам-пам-парам-пам-пам. Давайте дальше не угадаю. Пам-пам, парам-парарам, пам-пам. 10, парам-парарам. 8, 7. Пам-пам-пам-пам-пам. Спектакль окончен, Гагарина. 3, 2, 1. Отлично. Мне кажется, вы закончили на вдохновляющей песне. Спектакль окончен, и вы его прекрасно окончили с максимальным количеством баллов. Спасибо вам большое, вы прекрасно, талантливо поете. Я думаю, команда «Белгород Медиа» вами гордится. Ну что, а мы продолжаем. Команда «Телешко», вы готовы? Да. Я тоже. Я уже очень жду, как нам ребята спят. Кто будет представлять вашу команду в этом конкурсе? Единственный в своем роде великолепный Артем. Артем! Мужчина вырывает полностью бразды правления у этой команды. Артем. Да. Скажи, пожалуйста, мне. А как ты поешь? Молча. Молча? Друзья, сейчас будет невероятный перформанс. Но мы тебе поможем, мы дадим тебе целый звук, чтобы ты мог пропеть те песни, которые у нас будут на бумажках. И твой звук, внимание на экран, туц-туц. Я думаю, в принципе, в стиле Артема. Поэтому, Артем, туц-туц и вперед к победе. Хорошо? Ты готов? Да. Отлично, мы тоже готовы. Поехали. Туц-туц-туц-туц-туц-туц. Туц. Угу. Не туц-туц. Туц-т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 уц. Ну, ну! Нет. Да что ж такое, популярные песни? Нет. А я что? Туц-т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 уц. Ягода малинка. Да. Верно. Туц-т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 уц-
Туц-т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 уц. Я поторопилась назвать тебя великим. Туц-т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 уц. Да, так и есть. Правильно. Тут-т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 ут. Ну и тут-тут. Слушай, ты молодец, ты старался, и я знаю твой секрет. Все-таки молча у тебя лучше получается. Ты молодец, спасибо тебе большое. Эти аплодисменты тебе и вам. Ну что, дорогие друзья, а мы уже готовы приступать к следующему конкурсу. Но перед этим хотелось бы узнать результаты. Конечно же, мы же с вами стремимся к победе и только к ней. Результаты команды «Белгород Медиа». 5 баллов, дорогие друзья, 5 баллов. Давайте поаплодируем этой команде. Результаты команды «Телешко». 2 балла. 2 балла! Таких желанных 2 балла, и туц-туц, мне кажется, тебе заполнится на всю твою долгую прекрасную жизнь. Ты ругаешь дождь, лужи на асфальте. Ты стоишь и ждешь, и в промоклом платье друг твой не пришел. Друг твой самый лучший, как
нехорошо. Да и на небе тучи, да и на небе тучи, а тучи, а тучи, а тучи, как люди, как люди они одиноки, но все-таки тучи так жестоки, да и на небе тучи, а тучи, а тучи, а тучи, как люди, как люди они одиноки, но все-таки тучи, тучи, люди, 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 тучи, 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 люди, люди, друг твой не пришел, праздник не сложился. Просто не пришел. Ты не извинился. Зря ругаешь дождь. Зря его ругаешь. Ты стоишь и ждешь. А чего не а тучи, как люди, как люди, они одиноки, но все-таки тучи так жестоки, да и на небе тучи, а тучи, а тучи, а тучи, как люди, как люди. Все-таки тучи так жестоки, да и на небе тучи. Ну что, дорогие друзья, мы готовы с вами продолжать, и следующий конкурс называется «Достойный Оскар». Расскажу вам о правилах. По очереди вы будете подходить к этой прекрасной нашей красной кнопке и нажимать, когда будете знать правильный ответ. У нас на экране будет несколько фильмов, которые соединены, названия фильмов соединены в одно название. Во всех этих фильмах играл один и тот же талантливый и неповторимый актер. Вам нужно угадать актера или актрису. Все верно, который представлен был во всех трех фильмах. Вы будете по очереди подходить. Я думаю, начнем прямо с капитанов. Давайте прямо это сейчас и сделаем. Поддержим команды. Но я вам даю уникальную возможность. Команды могут подсказывать. Вы играете всей командой. Поэтому с удовольствием все вникаем в творческий процесс. Но у вас неточность на экране. Ди Каприо уже не играл в фильме про «Везелку Лайф». «Везелки Лайф», потому что это фестиваль «Лампа» на нашей площадке. Вот так вот. Поэтому, где играл Ди Каприо, в отличие от «Везелки»? Конечно, он приезжал к нам, мы вас с удовольствием пригласим, потом с Лео пообщаетесь, мы с ним на контакте. Ну что, дорогие друзья, давайте с вами начинать. И первый фильм, внимание, на экран. Рассуждаем. Так, «Связной для братьев». Для братьев. А русские фильмы могут быть? Конечно. Конечно, могут быть и русские. Да, здесь несколько фильмов. Может быть как два, так и три. Поэтому так. Мы смотрим. А отсчет будет, да, до пяти и обратно? Конечно. Пять, четыре, три, два, один. Бордов, и уже готова команда «Белгород Медиа» дать правильный. Да, мы на всякий случай посовещались. Сергей Бодров. Конечно. Фильм же. «Брат», про два, «Связной». Конечно же. Это талантливый Сергей Бодров. Ну что, мы готовы дальше? Поехали, пожалуйста, меняемся. Меняемся возле нашей красной кнопки.
И я думаю, нужно поддержать членов команды. Внимание на экран. Полицейский Стрельцов заново родился. Пожалуйста. Это 5, 4, 3, 2. Бурунов. Нет, неверно. Это не Сергей Бурунов, но это... Александр Петров. Александр Петров. Конечно же, дорогие друзья, это Александр Петров. Давайте поаплодируем. Ну что, мы продолжаем. Легенда в погоне за семью жизнью. Кто же это? 5, 4, 3, 2, 1. Это? Уилл Смит. Уилл Смит. Конечно же, это Уилл Смит. Бал команде «Белгород Медиа». Мы продолжаем. Мастер и Есенин, одна бригада. Пожалуйста, 5, 4. Мы готовы? Конечно. Сергей Безруков. Конечно же, талантливый наш любимый актер Сергей Безруков. Микрофон свой тебе не помог, но я надеюсь, он поможет твоему прекрасному сокомандику, которого... Тут-стут. Поехали. Мажор в закрытой школе. 5, 4. Павел Прилучный. Павел Прилучный, конечно же. Друзья, телешко, мне кажется, нужно немного поднажать. Я уверена, у вас это получится. А мы с вами продолжаем. Кавказская пленница с бриллиантовой рукой. Юрий Никулин. Юрий Никулин, конечно же, дорогие друзья, это Юрий Никулин. И мы продолжаем. Ох, собака на сене Д'Артаньян. Кто это? Были первые телешко. 5, 4, 3, 2, 1. Боярский. Не дали слова. Боярский, конечно же. Дорогие друзья, Оксана, внимание молодец. На экран. Ну что, мы продолжаем с вами. Девушки. Ох, прекрасно, мы быстро ко мне подошли. Конечно же, я вот так вот подвинусь. Поехали. Черепашки, ниндзя и трансформеры. Ребята были первее, если я не ошибаюсь. 5. Это женщина. 4. Меган Фокс или как-то, 3, я не знаю. 2, 1. Меган. Так, а кто первый нажал? Ребята нажали первые. Телешко немножечко опередили. Меган Фокс. Это правильный ответ. Шикарно. Не было, как бы я хотела выглядеть, девчонки, но вы точные копии Меган, поэтому поехали дальше. И у нас следующие фильмы. Мы готовы. Джек Воробей и шоколадная фабрика. Первые были Джонни телешко. Депп. Джонни Депп. Конечно же, это Джонни Депп. Ну что? Наши певцы к нам идут. Наши таланты. Ну, смотрим. Богатырь из будущего на Рублевке. Первая была команда «Белгород Медиа». 5, 4, 3, 2. А Милош Бикович, наш ответ. Нет, это не Милош Бикович, но хотя, знаете, хороший вариант, хороший. Наш вариант — это Бурунов. Это Бурунов, конечно же. Какой талантливый колобок у него был в фильме про богатыря. Ну что, дорогие друзья, мы переходим к следующей картинке. Человек-паук в эйфории. Мы были первые. Нет. Да. Все. Мы были первые, дорогие друзья. Давайте так. Давайте сделаем. Фотофиниш посмотрим. Давайте так. Называйте телешко. Том Холланд. Нет. Поэтому... Конечно же нет. Это же... Это же... Кто? 5, 4, 3. Зиндея. 2. Зиндея. Зиндея. Прекрасно. Зиндая. Зиндая, да. Но... Подсказки удались. Белгород, ну, это команда, правильно. Да. Команда сработала. Команда «Белгород Медиа» была первой. 5, 4, 3. Мы как Энн Хэтуэй. Энн Хэтуэй. Я даже правильно сказала. Конечно же, легендарная, замечательная, очаровательная и прекрасная, талантливая. Ну что, дорогие друзья, следующий конкурс, который нас ждет, называется «Куда едем, шеф?». Но мы не можем поехать дальше, пока не узнаем результаты за предыдущий конкурс. И они у нас уже готовы. Результаты команды «Белгород Медиа». 7 баллов. Результаты команды «Телешко» — 5 баллов.
Ребята, вы большие молодцы. Я думаю, вам удастся в этом конкурсе точно догнать, а может еще обогнать Белгород Медиа, потому что у нас как минимум есть этот прекрасный руль. Ну что, мы готовы с вами продолжать. И сейчас вам предстоит почувствовать себя в роли водителя, в роли профессионального человека, может быть, таксиста даже, потому что вам нужно будет довести всех членов своей команды, куда мы об этом с вами узнаем, только поиграв в этом конкурсе. Рассказываю вам, один из вас должен будет принять на себя отважную роль. Сесть, правое, левостороннее движение, это уже вам выбирать, это вам выбирать. Вы садитесь на стул и едете по дороге, смотря вдаль, ощущая бриз, дуновение ветра и, конечно же, педали. К вам подсаживаются члены вашей команды, и я им показываю бумажку, куда вы направляетесь. Вы ему без названия определенного места, которое там написано, должны объяснить, куда же он вас должен доставить. Вы присаживаетесь сюда по очереди. Вы сменяетесь, каждый член команды сменяется на этом стуле. И когда ваш прекрасный, талантливый водитель за минуту отвезет в максимальное количество мест, тогда мы с вами и закончим. Ну что, дорогие друзья, если в предыдущей команде у нас начинала команда... А, мы вместе с вами играли. Поэтому сейчас я могу взять на себя прекрасную миссию и предоставить возможность команде «Белгород Медиа» сделать это первым. Ну, Светлана сядет за руль, да. Ну что, друзья, у нас есть первый игрок, первый водитель, талантливый и неподражаемый. Вы готовы, друзья? Да, готовы. Я тоже готова. И сейчас я вас доставлю, поверьте, туда, где вы еще никогда не были. Ну что, 3, 2, 1, время пошло, поехали. Мы едем туда, где вот такая прям степь и чукчи водятся. Да. Мы едем, где пирамиды Хеопса. Мы едем там, где белье становится чистым. По-другому. Отбеливают. Применяют химикаты. Химикаты применяют в... Мы едем туда, что в Белгороде сейчас пытаются отвоевать, сносить, продавать. Идут торги, идут споры. Это развлекательное место. Там дети любят отдыхать, колесо обозрения. Парк чего? Там что находится? Нет, какие там объекты? Парк, да. Мы едем туда, где очень много животных, они в клетках. Мы едем туда, где лежит Ленин. Мы едем туда, где необычные животные, зебры, львы. Мультик такой еще идет. Едем туда, где тренажеры, туда ходят заниматься. Нет, а какой он? Мы чем занимаемся там? Нет, как, 5 букв. Это что у нас? Это жизнь. А это какой зал? Мы не едем, а летим с Луны туда, где мы сейчас. Ну, да. Все верно. Мы едем в Париж. 3, 2, 1. Все, дорогие друзья, вы большие молодцы. Мы вам аплодируем. Время вышло. Но мне кажется, вы прекрасно справились и доехали везде. Как и впечатления, вы побывали и на планете Земля, и в парке аттракционов. Мне кажется, это прекрасно. Мы передаем этот священный руль прекрасной нашей девушке. Пожалуйста, присаживайтесь к нам сюда. И у меня к вам будет вопрос. Скажите, пожалуйста, а машина у вас есть? А вообще водительские права у вас есть? Если велосипед считается транспортом, то да. Конечно, мы посчитаем велосипед транспортом. Сегодня мы вас пересадим на какой-нибудь классный мустанг. Поэтому, пожалуйста, вы готовы, ребята? Так точно? Так точно. 3, 2, 1, поехали. Там автобус. Остановка. Нет, много автобусов, оттуда уезжают люди. Аэропорт. Нет, уезжают люди! ЖД. С машинами? Кар. Поехали дальше. Мы поем. Все? Нет. Да. К этому, в дом 2 едем, короче. Там женщина такая хорошая, к ней едем.
Женщина такая хорошая, Оля Бузова. Там, где, короче, океан, он вниз падает, там больше ничего нет. Там Новый год, ты не поверишь, вообще ничего нет, абсолютно. Новый год, два раза в год. Русская земля. Там снег, там столько снега, что если б я там не был сам. Ой, вези меня за продуктами. Есть, нет, есть рынок, есть еще что-то в Белгороде недавно было. На улице стоят продукты, люди торгуют. Время находится, где спортсмены еще воюют, сражаются. Нет. В Риме. Такое крупное. Да. А дед твой в 45-м завоевал Германию. 3, 2, 1. Особенно к Бузову мы с вами съездили, мы с вами побыли, да, мы с вами залетели во все времена. Спасибо вам большое, мы вас провожаем к вашей команде. Бурные аплодисменты всем участникам, всем игрокам в этом туре. Ну что, друзья, мы с вами немножечко попутешествовали, сейчас мы узнаем, в каком количестве мест мы с вами побывали. Пожалуйста, команда Телешко побывала сегодня в 5 шикарных, интересных местах. Спасибо большое. И команда «Белгород Медиа» в 9. Это достойный результат, поэтому вам наши аплодисменты, дорогие друзья. Спасибо. Мы надеемся, что вы действительно отдохнете во всех тех местах, в которых мы вам предложили. Особенно в Берлине. В химчистке. В химчистке. Берлин вы тоже, конечно. Ну что, мы готовы с вами продолжать и переходим к следующему конкурсу. Поехали. Ура, ура. Следующий конкурс называется «Я спросил у робота». И мы будем сегодня у робота интересоваться, какие песни он нам пропоет. Поэтому ваша задача, как хорошо, что вы уже начали подпевать, потому что наша задача будет слушать те песни, которые роботизированным голосом произнесет для нас робот, и угадать. Угадываете вы, каждая команда. Здесь мы убираем наши великолепные атрибуты кнопки, поэтому здесь вам предоставляется вариант просто быстро, просто кричать, потому что нам хочется услышать ваши эмоции, ваши впечатления. Поверьте мне, локатор слуха у меня настроен хорошо, я буду слышать, кто из вас первым узнает тему. Да нет, конечно, какая усталость. Мы любим свою работу и мы готовы продолжать. Ну что, дорогие друзья, и первая песня. Поехали! И может эту песню никогда ты не услышишь, но я вновь на нашей крыше вспоминаю, как ты дышишь. Ваня Дмитриенко. Ваня Дмитриенко. Ты Венера, я Юпитер. Помогите дышать, ты пропел эту прекрасную песню, но нужно было угадать исполнителя, кто же ее исполняет. Конечно же, это Ваня Дмитриенко, ты Венера, я Юпитер. Давайте послушаем эту вокальную композицию. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите. Я приду одна. Я знаю твой этаж, покушаюсь на тебя. Лава-кока, Шантаж. Белгород Медиа уже сказали. Консоли, буквально чуть-чуть, Телешко. Мне кажется, дорогие ребята, еще немножко, и вы просто поразительно своими способностями. А пока Белгород Медиа знают все песни, все треки вообще в мире. Здрасте, а мы еще не молодежь. Ну что, мы продолжаем с вами. Конечно же, это была Лава Кока. Ну что, мы готовы продолжать. И следующий трек специально для вас, команда Телешко. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад. Может, это лишь все, любэ, что я в жизни узнаю. Конечно, это песня «Любэ». Листья летят. А как она вы называется? Возрастную аудиторию очень хорошо подбираете.
Почему Кока только что пела? Клава Кока, Ваня Дмитриенко, все молодые, перспективные, талантливые. А нам посвятили Любе. Я пойду по дороге. Я просто, знаете, от всей души я понимаю, что эта песня о родине, прекрасна. Вы молодые, вы наше достояние, поэтому песня для вас, песня Любе. А на сердце опять далеко. Конечно, давайте вместе ее поговорим. Сердце опять горячо, горячо, и опять, без ответа. А из точек березки упал на плечо, как я оторвался от веток. А на сердце... Не зря я сказала, что песни посвящаем вам, потому что Белгород Медиа для вас ее сейчас пропели. Спасибо вам большое, дорогие друзья. А мы продолжаем. Мы слушаем следующий трек. Встреча была коротка, в ночь ее поезд увез. Но в ее жизни была песня безумная. «Миллион новых роз» Аллы Пугачёва. Конечно. Да, «Миллион новых роз» Аллы Пугачёва. Да, видя весь свадебный репертуар. Талантливая, неповторимая Алла Пугачёва поет для вас. Прекрасных мужчин, всем прекрасным дамам, которые сегодня у нас сидят. И мы готовы продолжать, и следующая композиция для вас. Не любовь, боль и расстояние, больше ты не моя подруга, мне пора. Дует ветер с юга в Сен-Тропе, убегаю, убегаю, Портофино. Чужой мужчина, я сейчас смешной. Артур Пирожков. Пьяный на всех экранах. Артур Пирожков, я сейчас смешной. Да. Ну, вместе танцуем и вместе поем. Поехали. Ох, затанцевались мы, дорогие друзья. Это было прекрасно. Но мы готовы переходить к следующему треку в этом конкурсе. Номер его в блог в Инстаграме. Номер его в блог в Инстаграме. Асти. Артик и Асти. Конечно же, это Артик и Асти. Ребята, давайте вместе. Супер, супер песня. И сейчас, дорогие друзья, давайте поаплодируем конкурсу прекрасному, который для вас, мне кажется, робот пропел, мы попели, немножко потанцевали, немного расслабились, но сейчас вам придется танцевать множко. Поэтому, дорогие друзья, мы сейчас узнаем результаты за предыдущий конкурс. Команда «Белгород Медиа» набрала 6 баллов. Вам аплодисменты. Команда «Телешко» набрала 0 баллов, к сожалению, но... Мы даже тут моложе. Конечно, конечно, дорогие мои. Ну что, дорогие друзья, сейчас вам предстоит сразиться в танцевальном батле. И танцевать сегодня будут все. Рассказываю вам правила конкурса последнего, финального, поэтому будь не такими простыми. Вам предстоит одному из членов команды сидеть здесь, который будет угадывать все танцевальные движения. Вы будете меняться, так мы будем передавать по очереди танцевать. Сначала танцует Телешко, потом Белгород Медиа, потом опять Телешко, опять Белгород Медиа. Смотрите, человек будет видеть, что происходит на экране. И у него есть уникальная возможность. Сначала он танцует и показывает то, что происходит, танцевальное движение на экране, без музыки. Музыку мы не слышим. Если человек, сидящий напротив, угадывает, мы этой команде даем 3 балла. Угадывает фильм, либо угадывает клип, из которого это танец. Фильм или клип, из которого это танец. Если вам очень сложно угадать эти танцевальные движения, значит, вы танцуете, и мы включаем музыку. И у вас есть возможность угадать по музыке и по танцу, который перед вами происходит. И вы получите за это 2 балла. Если вы из 2 баллов с музыкой и с танцем не можете угадать, мы разрешаем вашему члену команды посмотреть на экран и постараться угадать отрезок из фильма или из клипа прямо с экрана. Договорились? 3 балла, 2 балла и 1 такой драгоценный балл, который тоже может изменить всю ситуацию. Молодые, юные, талантливые, Телешко. Поехали. Прекрасно. Пожалуйста, присаживайтесь. Я уверена, все получится. Можете даже в этом не сомневаться. Поехали.
Танцуем вместе. Он навряд ли знает этот фильм. Но у него есть возможность. Есть возможность угадать. Я точно его знаю, но я не могу вспомнить. Очень известный фильм. А мне подумал, что танец на танцах. Ну что, у тебя есть версии? А то я уже тут затанцевалась. Нет, больно, больно. Да это я помню, но я не помню название. Ну что, у нас 3 балла, к сожалению, сгорают, но есть борьба за 2 балла. Поэтому включаем тот же самый отрывок с музыкой. Пожалуйста, поехали. Давай. Внимание на экран, смотрим видеоролик. «Маска». Конечно же, это фильм «Маска». Я его не смотрел. И 1 балл команде «Телешко». Это повод посмотреть фильм. Да, вы отходите. Спасибо вам большое. И мы уступаем это место «Белгород Медиа». Пожалуйста. Сначала мы смотрим с вами видео... Сейчас, подожди, начинай, креветки принесу. Без музыки. Смотрим только на зажигательный танец Оксаны. Пожалуйста. Вам этот клип. Так это ж прекрасно, 3 балла. Это из «Кавказская пленница»? Не «Кавказская пленница». «Бриллиантовая рука»? И нет. А, «Криминальное чтиво». Конечно же, это «Криминальное чтиво». 3 балла в копилку команды «Белгород Медиа». Давайте просто насладимся этим отрывком под музыку. На 3 балла фильм, но и за зажигательный танец. Конечно же, как без этого. Ну что, а мы продолжаем. Команда «Телешко», пожалуйста, приглашаем вас. Есть версии? Нету версии, мы слушаем с музыкой. Поехали. Шикарнейший фильм «Укрощение». Это что-то из «Марвел». Конечно. Это самый любопытный фильм. Я думаю, вам будет полезно его посмотреть и просто прекрасно провести вечер в приятной компании. Собраться. Спасибо вам большое. Ну что, мы продолжаем. И тот, кто был у нас танцевал, это пожалуйста, конкурс, это ваш конкурс танцевальный. Прошу. Марина, мы вас ждем на этом танцполе. Я уверена, вы будете зажигать. Пожалуйста, поехали. Без музыки мы смотрим за вашими движениями. Какие движения показывают? Сейчас будут. Ванда? Нет. Я не пойму, чьи движения. Это современный фильм. Нет? Современный, современный. Движения забавные.
мне кажется, мы все наслаждаемся движениями Марины и просто не хотим ее останавливать. Может, действительно шикарно, но можно послушать женщины с музыкой. Танцуют. Есть версия? Все танцуют. Есть версия? Это русский фильм. Отлично. Это не русский фильм, мы подскажем. И поехали еще раз вместе с музыкой. Белгород Медиа, что вы тоже гораздо на супер танцы. Хорошо, договорились с вами? Поехали дальше. Кто из вас, пожалуйста? Пацаны, я знаю, вы сможете. Я знаю, я уверена в вас. Готовы? Без музыки мы смотрим следующий ролик. Поехали. Фильм классный. Оп. Я когда 18 часов посплю, я так же хожу. Воу. Импровизация. Есть версия? Я не понимаю, что он руками показывает. Он танцует. И мне кажется, действительно, он тоже не понимает, что он показывает. Мне кажется, это мимо, но большое количество движений ног, не знаю, Егор Дружинин, Петров Пасечкин, не знаю. Почти. Американский Егор Дружинин. Сейчас мы еще раз посмотрим этот ролик, только с музыкой. Хорошо? Вот. Поехали. 3, 2, 1. Теперь моя очередь. Это была ваша классика, теперь будет моя. Earth, Wind and Fire, я вам говорил. Зацените, это чума. Ну как? Это ж другое дело. Совершенно другое. Это точно. Конечно. Теперь зовите меня, я не отвечу. Трис. Трис. Ничего не слышу. Все, погнали. Конечно же, легендарный, известный и очень интересный фильм. Советую вам его посмотреть. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо. Ну что, а мы с вами продолжаем, двигаемся дальше. Мариночка, пожалуйста. Настя, танцуй! Настя! Настя, ты готова? Да. Мы тоже. Поехали. 3, 2, 1, без музыки. Смотрим этот фильм. Вообще.
вообще. Мы молодежь. Класс. Молодежь сейчас, я точно знаю, угадает. Мы, да, да. Я знаю. Включили что за герой, я знаю. Но что за фильм? Так и называется. Так и называется, как вот это... Это, да. Ну что, есть, версии? Она очень правдоподобно показывает. Какой там гремлин такой, я не знаю, монстр. Ну что, мы готовы смотреть с музыкой? Поехали эту же версию с музыкой. Подсказки. Это близко к мультипликации. Спасибо. Версия. Я был самим собой. Нет, версии в этом. Это же Скуби-Ду. Смотрим на экран. Мариночка, пожалуйста, смотрим на экран. Я? Нет, постойте, это не Скуби-Ду. Это Эс Дима Крамли. Что же это за фильм? Он просто сейчас в маске. Скуби-Ду, конечно же, это Скуби-Ду. И один балл команде Белгород Медиа. Спасибо вам большое. Очень был классный танец. Мне кажется, если бы так я научилась танцевать, я бы вообще была бы самым талантливым человеком. Поэтому, Анастасия, вам мой поклон. Ну что, а мы продолжаем. И следующий танец. Команда Телешко, ждем вас. Я думаю, Артем и Даша сейчас покажут мастер-класс. Артем, капитан команды, сказала, что тебе нужно угадывать. Поэтому мы не можем ослушаться капитана. Мы готовы. 3, 2, 1, поехали. Похоже на какой-то мультик. Что это за фильмы? Он уже звучал. Молодежь, вы это точно должны знать. От меня. Специально для вас. А вот хоть подскажем хоть раз. Оксан, тебе подскажи. Это Скуби-Ду 2. Почти. Почти Скуби-Ду. Есть версия? В какой момент дискуссии? Есть версия? Нет пока. Я предлагаю, знаете, что сделать? Я предлагаю не подсказать, а помочь. Смотрите, мы же видим парный танец. Поэтому, дорогой, тут нужна твоя помощь. Ты же понимаешь, к чему я клоню. Это фильм с Ди Каприо. Выходи. Они могут всей командой помочь. Парный танец. Мы возвращаемся обратно на ролик и с музыкой смотрим все вместе, вся команда Телешко, для того, чтобы ты угадал этот фильм. 3, 2, 1, тоже нормально. Есть версии? Вообще ноль. Нет? Ну тогда смотри на экран. Это что-то про Майкла Джексона? Дорогой! 3! Ага! Артём! 1! К сожалению, не угадал Артём. Он сказал, что это что-то про Майкла Джексона, но шаг нет. Конечно же, это шаг вперед улицы. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо, вы были молодцы. Ну а сейчас, дорогие друзья, последний танец. И этот танец, мне кажется, что мы должны станцевать с вами вместе. Прям очень хочется вас увидеть. Очень хочется, чтобы он прям классно был. Поэтому позвольте мне вас расставить, так как это будет прекрасно. Не нужно угадывать. Это последний танец специально для вас, для того, чтобы вы просто получили удовольствие. Поэтому становимся вместе сюда. Все вместе. Мы начинаем. Crazy Games. Играйте вместе с нами. Поехали.
Танцуют все. Команда «Белгород Медиа» 5 баллов. И команда «Телешко» 1 балл. Один драгоценный, но зато честно выигранный. Спасибо вам большое, ребята. И самое главное, хотелось бы сказать спасибо вам за всю эту прекрасную игру. Прямо сейчас мы услышим итоги всех конкурсов и подведем итоги. Кто же у нас сегодня победил? Я думаю, для вас, дорогие телезрители, небольшая интрига, потому что сегодня мы видели, насколько талантливо, насколько искренне сражались обе наши команды. А самое главное, что они получили огромное удовольствие от самой игры и от участия. Ну что, команда «Телешко»? 21 балл команды «Телешко» и команда «Белгород Медиа». 49 баллов. Друзья, в два раза вы вырвали победу. Но я думаю, 49 баллов. Но я думаю. Сколько? 49! 49 баллов! Давайте еще раз поаплодируем команде «Белгород Медиа». Да, мы приняли решение всей командой, что мы все наши баллы отдадим в благотворительный фонд. Благотворительный фонд «Октября». Это прекрасно, дорогие друзья. Но вы еще не знаете, какая, что победителю достанется. Что останется победителю. Внимание. Победитель сегодняшней программы проходит в полуфинал! Поэтому, дорогие друзья, мы с вами встретимся в полуфинале с вашей командой. А «Телешко» мы благодарим от всей души. Вы молодые, вы талантливые, вы активные, вы такие красивые. Я вам очень сильно желаю творческих успехов на вашем только начавшемся карьерном пути. Я уверена, что когда-нибудь мы с вами встретимся. Возможно, вы будете уже в футболках «Белгород Медиа». Когда-нибудь встречать нас здесь с распростертыми объятиями, распростертыми улыбками. А друзья всегда вам будут рады. Спасибо вам большое. Мы с вами. Дорогие друзья, мы с вами вместе знаем уже победителя этой игры, первой игры Crazy Game, совместного проекта. И для вас мы не можем оставить вас без музыкального подарка. Давид Малышев, встречайте огромными аплодисментами. Все для вас! Поехали! Я в истерике кружилась, мама валит. На заднем фоне замер папа, то ли в радиусе метров оцарился жесточайший хаос. Как-то всем понятно стало, сын остался без диплома. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец, есть у меня своя волна, и на своей волне меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг увидел солнце, и тогда себе сказал, я выбираю что? Victory! Громче! Я выбираю! Victory! Я выбираю! Victory! Yeah, я выбираю! Victory! Это был сон, в котором я не прогорал, не огорчал родных, не нуждался ни в чем, в котором мне не пришлось скрывать глаза и врать давним знакомым, мол, в жизни моей все хорошо. В моем рюкзаке пару майк, носки и в
пускай начало оставляет желать лучшего. Все, кто меня помнят, знают, я не был таким, а значит, и у вас получится. Ведь все, что я хотел, это видеть свет. И как посчитал бы нужным жить мечта. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг услышал музыку и сам себе сказал: я выбираю. До новых встреч на Crazy Games!